Теперь о ситуации с распространением в регионе COVID-19. За минувшие сутки этот диагноз подтвержден у 74 человек. Таким образом, общее количество инфицированных приближается к 47 тысячам. Не сумели победить опасный недуг еще 5 жителей нашей области. Коронавирус унес жизни 3 мужчин и 2 женщин в возрасте от 73 до 85 лет. Тем временем успешно завершили лечение еще 67 пациентов. Накануне их выписали из медицинских учреждений. Всего выздоровевших стало 44 247 человек. Напомню, режим повышенной готовности действует в регионе до 31 мая. Чтобы минимизировать риски заражения, специалисты рекомендуют носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки с мылом.